Приветствую вас, дорогие подписчики! Сегодня хочу рассказать вам о криптопроекте Snovio. В настоящее время эксперты по подбору персонала все чаще и чаще используют социальные сети и LinkedIn, чтобы найти потенциальных кандидатов. Но и это по большей части ручной труд. А Snovio позволит автоматизировать самую рутинную часть, позволяя найти контакты потенциальных соискателей, просто просматривая их профили на LinkedIn или Facebook. Это ускорит поиск соискателей и повысит производительность труда HR-менеджера. Snovio – это вообще децентрализованная маркетинговая платформа для поиска потенциальных клиентов с определенными контактными данными. Испытания и вовлечение поставщиков товаров и услуг, которая работает на технологии блокчейн и смарт-контрактах. Данные обо всех транзакциях между участниками платформы хранятся в распределительном реестре, а операции купли-продажи осуществляются при помощи смарт-контрактов, чтобы обеспечить безопасность заключаемых сделок. И на данный момент у Snovio есть плагин для автоматического сбора данных. Он называется Chrome Extension, который уже установлен у более чем 5000 пользователей. Сейчас в базу данных сервиса Snovio информация добавляется через расширение в браузере Chrome. При этом люди, установившие его, не получают вознаграждения за передачу данных. И при анонсировании системы мотивации команда ожидает увеличения скорости установок, расширения более чем в 10 раз. Планируется существенно нарастить и число установок, и объем новых данных в системе. У них на официальном сайте есть видео, с которым можно ознакомиться. И ICO уже начинается через 19 дней. Токен Snow выпускается на базе блокчейна Ethereum ERK-20 и будет использоваться в системе для внутренних расчетов между покупателями платформы и пользователями, а также для поощрения пользователей добавлять и актуализировать данные в системе. Число токенов всегда постоянное, и оно равно 2,5 миллиарда токенов. Токен может принимать дробное значение с точностью до 8 знаков после запятой. И пользователи, которые установят расширение для браузера, получают токены за добавление в систему новых данных, которые покупают другие пользователи. И вот здесь описано, что уже может Snovio, что ему доступно. Уже доступен поиск по домену, проверка имейла, поиск лидов и поиск компаний. И Snovio трансформируется в уникальную децентрализованную платформу для поиска лидов, которая объединит в себе модель SaaS и Marketplace. Взаиморасчеты на платформе будут происходить в токенах Snow. Это станет базой для внедрения инновационного подхода в лидогенерации. Также у них вот описаны реальные цифры достижения. Новых пользователей ежедневно прибавляется 200 и более пользователей. И 350 тысяч и более качественных контактов. И предполагается рост базы данных более чем в 1000 раз благодаря популяризации платформы и идее крауд-коллектинга. Компания Snovio изменит будущее лидоинтеграции. Эта платформа поможет преодолеть основные трудности, которые возникают на пути поиска качественных лидов и ценных кадров для бизнеса. И вот здесь описано, из чего состоит лидогенерация нового поколения, из чего она будет состоять. Из поиска лидов по базе, заказ через Marketplace, проверка email-адресов и email-рассылка. Так, и есть white paper, с которым можно также ознакомиться, все ссылки будут приведены в описании. И заявки на участие в пресейле принимаются компанией до 30 октября. Пресейл через white list будет происходить перед основным ICO. И на этой стадии будет возможно приобрести токены за фиатные деньги по запросу. Также будут действовать бонусы для участников.
от 5000 долларов до 50 тысяч долларов составит 15% бонусов, а свыше 50 тысяч долларов составит 25% бонусов. Вот здесь можно подать заявку в whitelist. И также Snovio ICO будет выгодно для покупателей токенов, контрибьюторов и пользователей. Также у них на сайте приведена дорожная карта и описана команда. Можно с этим всем ознакомиться. Так, вот у них white paper их, будет приведена ссылка в описании. И ветка на Bitcoin Talk, баунти компании. Также можно принимать участие в баунти и получать токены компании за выполнение и участие в определенных компаниях. В принципе, на этом можно закончить мой видеообзор. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И помните, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение. Всем спасибо за внимание, пока!